встречайте, наш почетный гость, управляющий директор Синарского трубного завода Вячеслав Вячеславович Попков, и ему слово. С праздником! Гости дорогие, вот ведущие сказали, что традиционно мы праздновали окончание зимы, а этот праздник как бы новый. Но это не совсем так. Это древний, это русский древний праздник. Его история уходит глубоко корнями в Древнюю Русь, еще до христианства. Еще до христианства этот праздник начинали праздновать с середины октября, когда заканчивалась уборочная страда. И первым этот праздник открывался в день Покрова. До христианства днем Покрова считался день, когда выпадал первый иней. После христианства, после того, как окрестили Русь, этот праздник начинался день Покрова, как Покрова Святой Богородицы. Поэтому этот праздник очень древний. И праздновали его не только на Руси, праздновали его во всей Европе. Сегодня мы с вами, я не побоюсь этого слова, творим историю. Мы восстанавливаем старые русские традиции. Мы с вами русские, мы живем на этой земле. Мы хотим помнить и чтить свою историю. И самое главное, поддерживать ее. Поэтому я хочу пожелать вам сегодня праздновать весело, красиво этот замечательный праздник. День прихода зимы. Мы празднуем его именно сейчас, в декабре, когда установился постоянный снежный покров, когда можно покататься на лошадях. Но учитывая, что 21 век на дворе, можно покататься и на снегоходах. Организаторы сейчас расскажут о нашей с вами программе, что мы будем делать, чем заниматься. Но самое главное, мы не будем сегодня скучать. С праздником! Ура! Собрались мы с вами для забавушки, как когда-то наши прадедушки, ну а с ними наши и прабабушки проходили на зимние посиделки, на песни, пиротки да лотки. А вы знаете, что 14 декабря – день Наума Грамотника. Существовал обычай в этот день отдавать отроков в учение. Вот и сегодня мы с вами поучимся отдыхать и веселиться. А да еще, с 14 по 19 декабря была гулянская неделя. В эти дни пели песни, хороводы водили, шутили и играли. Эта неделя была репетицией к Рождеству. Лошади, снегокаты, санки... Расправляет, здоровой жизни призывает.
Вау, в воде чита, что как лед холодно. Чиста и прозрачна, будто слеза. Да здравствует кровь, бодрящая кровь. Вау, маржан, здесь собравшийся вновь. Я и девица Синара. Между прочим, чтоб все знали, там, где чистая вода, там и обитаю я. Не поеду я ни в Сочи, в Бургас я не полечу. Лучше с местными борцами я романы закручу. Сочи – это хорошо, там красиво и тепло. Но у нас не хуже здесь. Царь моржей, прикинь, тут есть. Встретим царя моржей. Раз тебя царем избрали, так к работе приступай. Окунуться семечка, прорубь эту открывай. Царь моржей выплывай, прорубь людям открывай. Ура! Ура! Точит, точит молоточек, окунусь-ка я разочек. Ладно! Ну, желаю всех, царю, Моржей! Давай они все сюда! А кто романчик одел? Тихонько, корону не потеряй! Давай! Освобождай место! Моржам Синары! Хороша водичка! Кто боится искупаться в проруби, тот похлопать должен моржам Синары. Почти как летом. Ладно, на полдынику выучили. Освобождаю место. Это все равно ничего не берет. Это на неделю уже единый корабль. Какой донес ему вопрос. Аня! Моржи плавают, на горке катаются, а я приглашаю команды. Я первый раз не смеяться. Да ладно, не беру. И на площадке, посмотри на нас. Можно я еще разок? Не давай, хоккей, ждем вас, ждем, еще желающие. Своего приобрели, но нового приобретения. О, Моржи Синары. Ай, хорош.